Волонтеры фонда защиты животных «Дорога домой» каждый день приходят навестить своих уличных, брошенных людьми питомцев. Кормят их, ласкают, прибираются в будках. На сегодняшний день 16 собак находятся под их присмотром. У каждого из этих мохнатых своя нелегкая судьба. Вот, например, знакомьтесь, Байкал. Жизнерадостный пес, несмотря на то, что у него всего 3 лапы. Он вполне здоровый пес, он не хуже 4-лапых, он прыгает, веселится, играется. То есть, ну, у него нету таких, мне кажется, порой, что он забыл вообще, что у него когда-то была 4-я лапа. То есть, все отлично у него. Это сейчас Байкал чувствует себя хорошо, накормлен, расчесан. А еще полгода назад он нуждался в помощи. И если бы не добрые люди, неизвестно, выжила бы собака вообще. Появилась она в мае месяце, начало мая месяца, когда написали пост люди, граждане, что по городу бегает пес, у которого из лапы очень сильно сечется кровь. То есть мы его пытались поймать, наверное, в течение 2 недель. Но он боялся, прятался за машины, за гаражи, куда угодно. Вот. В итоге потом он забился на котельную в городе, откуда нам позвонили люди и сказали, что пес здесь, не дается в руки, что у него сломана лапа. Он, то есть до такой степени стер ее, что как бы, ну, там уже все кости были наружу. Вот. Когда мы приехали, посмотрели, видно было, что пострадал он от руки человека, то есть там были такие сильно вмятины, что такие впечатления, как будто его убили монтировкой. На лечение Байкала деньги собирали всем городом. Волонтеры, опубликовав пост в социальной сети, нашли поддержку со стороны горожан. Откликнулись многие. Благодаря этому ветеринарная помощь была оказана своевременно, но лапу все равно пришлось ампутировать. Иди, иди, обними меня, мой хороший. Иди, давай. Казалось бы, все самое страшное позади. Но кроме шрама после операции, у несчастного животного остался еще и шрам на сердце, который оставили там человеческая жестокость и злость. Все-таки он еще не до конца начал доверять людям. Есть у него такая осторожность, страх, что он заходит в будку. А так он любвеобильный очень, залижет, заласкает, то есть любит, чтобы ему брюшко почесали. Байкал – добрый пес с мягким характером, который, как и все эти собаки, мечтает обрести дом и любящего хозяина. В надежде, что его больше не будут обижать и никогда не оставят на произвол судьбы. Если вы сможете стать верным другом этому бездомушу и готовы взять его в семью, волонтеры фонда защиты животных ждут вашего звонка по телефону 8 900 402 85 50.